Всем здравствуйте, приехали мы на рыбалку отдохнуть от лошадей. Дров у нас запас, короче, на 2 дня. Ну и вещей, судя по всему, столько же. Карп и карась в озере водятся. Кого мы будем ловить, не поймали ли, не знаю. Бакланы. Я думал, вороны или вороны сидят, или грачи. А у них тут по всему озеру эти сделаны там. Ну что это, садки или что это? Вот так вот. За 200 километров приехали. Я, короче, одну уже свою закинул. У меня в 2 раза ближе. Че, клюнул? Не, так я. Сейчас вторую соберу и пойду ловить. Пахнет-то вкусно, конечно, у тебя. Вот еще какая штука есть. Колбаса рыболовная. Подстанка. Есть колбаски охотничьи, есть колбаса рыболовная. Все, я, в общем, ловлю. Это делать я, конечно, не умею. Но пробую. Надо вот такую штуку вторую поставить. Как-то вот так, вот не упасть бы. Ну что, время 18:08. Была все, у меня поклевка утопила, сигнализатор с этой удочки. И это, и крючок оторвался, короче. Привязано так было. Вот так вот. Еще рыбаки подъехали. За ними еще машина. Там вроде 2 других остановлено. Как-то вот так вот дела обстоят. Бакланы так и сидят. Один он крылья растопырил. Сушится. Чистятся тоже. Ну ладно, сидим, ждем. У нас еще времени много. Все, вот такой вот, вот тут у меня улов. Вот такой вот карасик. Кукурузина и малинка на всю жизнь моя, на которую я зимой рыбачу. Вот так. Ну ладно. Будем ловить дальше, пробовать. Опять сим-карта, флеш-карта чего-то глючит. Да флешка опять что-то глючит. То ошибка, то запись прерывается. В общем, у меня вот 3 удочки. И не знаю, я теперь карася-то то ли заснял, то ли нет своего. Я же поймал одного карася. Время сейчас 18:53. Вот такой карась. На вот эту вот удочку.
Она поглубже, это помельче, на которую первая была поклевка. Там он на моторке гоняет. Все эти проверяют. Не покажет. Клюнула рыбина. Которую крайнюю? Да. Ой! Ах, сразу в прямом эфире. Ловко. На это тяни. Что там есть? Да, вроде. Давай. Что, есть вроде, да? Нет? Карасик. Маленький карасик. Но этот небольшой. Вот такая рыба. Раз сразу в раз, да? Ну, после дождя. Я уже хотел перезакидывать вот эти. Сорвали обед, надо было просто поесть. Вот так вот эта рыба. Время 19:32. Разоставить. Было тихо, тихо, тихо. Время 20:10. Время 3:48. Вот у меня тут ритуальный круг выложен дровами. Там у меня рыбу клевала. Палатка тут стояла. И потом ее в итоге... Сейчас ветер маленько опять стих. А когда дул, ее сдул. Пришлось ее сложить. Вот мой улов. 1, 7 вроде у меня. Или 8 за ночь. Вот так вот, вот. Ведерко волшебной каши я одно раскидал. За ночь перевязал все крючки, все поводки. Все путал, все рвал. И вот 7 штук примерно столько же сошло. Как-то вот так вот. Холодно. Карась, да? Я не умею. Эх, умею. Стоять. А? Рыба теплая. Вода теплая, да? Пошел я третью удочку тоже закидывать. Спал полночи, да.
рыбы наловил. Караси вообще. Там больше карпы. Но караси тогда больше. Есть талая. Чего? Да все в раз сейчас, наверное, начнут. С глубины у тебя. Хорошо или нет? Время 8:37.
все, закончили мы рыбалку. Время 10:55. Вот это мой улов. Не знаю, сколько штук, ну, немного. Вот так вот тут. Вот такой вот карась. Меня. В смысле. А вот это не мой улов. Да я на камеру говорю, это не мой улов. Ну что-то мне кажется, я не намного отстал. Я тут карась самый хлоп. Крупнее карпика вроде. Вот так вот. Ветер.